Группа компании «Гавриш» предлагает сорт белокочанной капусты «Краутман». Это высокоурожайный гибрид для использования в свежем виде и для квашения. Масса одного кочана доходит до 5 кг. Среднеспелый сорт до 140 дней от массовых всходов до начала технической спелости. Довольно урожайный гибрид. Ценность его заключается в высокой урожайности, устойчивости кочанов к растрескиванию, хорошие вкусовые качества свежих кочанов, отличные засолочные качества, способность к хранению до 4 месяцев. Партия 217-19. Количество семян в упаковке 10 штук. Семена имеют бирюзовый, слегка голубоватый оттенок. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук упаковки.